Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Василий Самохвалов. И в этом видео мы с вами поговорим про оформление шенгенской туристической визы. Что такое шенгенская туристическая виза, какие процессы нам необходимо будет совершить для ее получения, ну и о всех нюансах и сложностях, которые также могут возникнуть. Для начала давайте разберемся, что такое шенгенская зона. Шенгенская зона – это зона в Европе, которая на данный момент состоит из 27 стран, таких как Испания, Франция, Италия, Португалия, Румыния и так далее, да, то есть их 27. Эти страны между собой договорились, что никаких ограничений между ними быть не должно и никаких дополнительных виз для того, чтобы посетить жителям этих стран, страны друг друга тоже, ну, как бы ограничений нету. То есть можно перемещаться в этой зоне свободно. И, соответственно, нам, для нас это тоже удобно, так как мы, открыв визу в любую из этих стран, мы можем посетить и остальные страны без дополнительного оформления этой визы. Сейчас этих стран 27, но поговаривают, что еще две страны планируют присоединиться. Это Болгария и Кипр. Ну, посмотрим. Будем наблюдать. Это не быстро, но уже в каком-то процессе идет. Что нам необходимо для того, чтобы эту визу получить и какая она бывает? Шенгенская виза бывает краткосрочной и долгосрочной. Мы сегодня поговорим про краткосрочную, но немножко затронем долгосрочную. Краткосрочная виза – это виза, которая разрешает пребывать не более чем 90 дней в течение полугодия. То есть под этот тип визы подходит туризм, бизнес-поездки, там, на мероприятие какое-то съездить, на краткосрочное лечение, посетить друзей. То есть это все ваше считается краткосрочным пребыванием. И общий срок пребывания по этой цели не более 90 дней в течение полугодия. Долгосрочная виза, она уже выдается по типу работы, обучения, воссоединения с семьей. То есть по ней уже можно пребывать более чем 90 дней. Обычно это год, два года и так далее. Потому что здесь уже человек учится по ней, работает по контракту и так далее. Краткосрочная виза, мы поговорим о ней, она как раз вот ей считается и туристической, и бизнес-визой и так далее. Какой она еще может быть? Она может быть однократной, двукратной или многократной. Однократная виза позволяет нам пересечь границу шенгенской зоны один раз, двукратная два раза, да, то есть прилетели, вернулись. И многократная виза. Многократная виза, она же мультивиза, ее так называют. Она разрешает нам многократно пересекать границу без ограничений. Но главное, чтобы, еще раз повторюсь, общий срок нашего пребывания не превышал 90 дней в течение полугодия. Это вот такие опции шенгенской визы. Дальше очень важно, чтобы было понимание, что срок самой визы и срок пребывания по визе – это не одно и то же. Допустим, срок визы – это тот срок, на который нам ставит визу консул, а срок пребывания по визе – это вот срок нашего максимального пребывания, да, 90 дней. Визу могут одобрять на разный срок, кому-то могут поставить на месяц, кому-то на год, кому-то на полгода. Здесь очень много нюансов играет. Основные нюансы – это визовая история, правильность откатки виз, документы, положение там финансовое. То есть это все, можно сказать, играет роль для того, чтобы консул выдал визу с хорошим большим сроком. Да? То есть у каждого, конечно, разные условия, это все индивидуально. Но если вы часто путешествуете, часто летаете и правильно откатываете визу, то, конечно, шансы, что вам дадут визу с хорошим сроком. Правильно откатывать, имея в виду, что вот мы получили визу во Францию, мы слетали во Францию, получили штамп, и это считается правильной откаткой визы. Как нам эту визу получить и что необходимо сделать? Конечно, для начала нам нужно понять, кто выдает эти визы. Визы выдает посольство этой страны, в которую мы обращаемся за визой. Ну, допустим, на примере Испании сейчас разберем. Выдает визы испанское посольство, но приемом документов и всем этим процессом занимаются визовые центры, которые аккредитованы при посольстве. Вот при посольстве Испании аккредитован визовый центр BLS называется, да, потому что посольство не успевает рассматривать такое количество документов, поэтому они нашли посредников, кто за них будет эту работу делать, да, собирать документы, собирать пошлины, им уже готовые пакеты документов отправлять.
Поэтому для того, чтобы нам убедиться и понять, как процесс проводить правильно, нам необходимо зайти на сайт посольства, в нашем случае Испании, посмотреть, какой визовый центр при них аккредитован, зайти на сайт этого визового центра и уже идти по инструкции. То есть зашли на сайт визового центра, посмотрели процедуру подачи документов, список документов, там будет вывешен сумма сборов, ну и процесс записи. Записались на прием, собрали все необходимые документы, пришли в назначенный день, подали эти документы, сдали отпечатки пальцев, оплатили пошлину, и документы ушли на рассмотрение. Уже, да, консул будет решать, выдавать визу или не выдавать. Ну и на какой срок, если выдавать. По документам, как и говорил, список будет вывешен на сайте визового центра. В двух словах по документам: это анкета, заполненная, бронь авиабилета, бронь отеля, медицинская страховка, запись на прием, ваши документы, если работаете, справка с работы, справка из банка с движением средств по счету сейчас за последние 3 месяца просят, да, вот транзакции показывать. Ну и баланс, конечно, нужно показать, что на балансе сейчас не менее 200 тысяч рублей, то есть, да, что эта сумма есть у вас на поездку. Далее, если вы учитесь, то справка от учебного заведения. Если у вас в поездку также едут ваши дети или супруг или супруга, то добавляется копии свидетельства о рождении детей и о браке. Это общий список документов. Конечно, еще раз повторю, что вы лучше ознакомливаться с ним на сайте визу-центра, потому что плюс-минус могут условия по документам меняться и так далее. Это вот уже такой, как бы, общий список, который, ну, практически для любой шенгенской визы подходит. Что еще? Здесь многие спрашивают, куда лучше все-таки подавать документы, чтобы вот срок визы был побольше. Как и говорил, здесь зависит от ваших данных и от вашей визовой истории. Как часто вы путешествуете, как правильно вы визу откатываете и так далее. Лучше всех сейчас по практике ставит Франция. Они ставят визы по практике от месяца до 5 лет, максимально самое. Как и говорил, конечно, зависит от и прокатки визы, и чтобы французские визы в основном стояли. Они любят, когда вот история идет уже именно по Франции. Испания поставит от месяца до 3, не больше. Даже если у вас раньше были годовые, двухгодовые испанские визы, сейчас у Испании больше 3 месяцев получить, но это прям очень-очень редко, ну не знаю, там 98% случаев, что не больше 3 месяцев. Италия поставит первую визу короткую, на 2 недели, на 2-3 недели даже, я бы сказал. И следующую визу они дадут уже, если вы правильно откатали первую визу, следующую визу, скорее всего, они уже могут поставить и на полгода, или там на 3 месяца, ну и так далее, тоже по своего рода лестнице. Почему мы не говорим про другие страны, про Грецию, Венгрию и так далее? По практике они ставят в 95% случаев визы короткие именно под даты поездки. Поэтому мы особо не рекламируем их, не то что рекламируем, не говорим о них, потому что мы привыкли получать визы и подавать документы уже в проверенные страны, кто дает хороший срок. И лучше, допустим, даже получить визу на 3 месяца, слетать даже в эту страну, которая по визе, и дальше уже перебраться в ту же Грецию. То здесь у вас есть минимум 3 месяца, можете кататься, вы не ограничены, да, там, в 2-3 неделях. Ну и, соответственно, даже если сейчас сделали одну поездку, там через месяц можно еще одну сделать, как мы говорили, по опциям многократных виз. Какие еще есть нюансы и важные моменты, которые сейчас стоит знать? Сами знаете, что сейчас время неспокойное и часто все меняется, как и говорил в предыдущих видео. Стоит обращать внимание на изменения, на сумму пошлин, которые могут тоже варьироваться, ну и, соответственно, сроки рассмотрения и сроки выдачи виз. Допустим, сейчас Франция пока без изменений, но не факт, что условно там чуть позже, может быть, как и в худшую сторону, так и в лучшую сторону. Ну, в принципе, по нашему уроку шенгенской туристической визы мы обсудили все основные вопросы, которые нас интересовали, а именно поговорили про саму визу, какая она бывает, как ее получить и какие есть нюансы на сегодняшний день. Я надеюсь, что дал вам необходимое количество информации. Надеюсь, что она поможет вам в ваших процессах, сложных и несложных. Если будут вопросы именно ко мне, обращайтесь, с радостью вам помогу. Я же с вами прощаюсь, увидимся в новых видео, поговорим о других
визах, о других странах. Ну и подробно будем разбирать уже по каждой из них. Всем пока!